Всем привет, с вами Джейкоб. И что же, уже давненько не было видео по Майнкрафту. И сегодня будем играть Quakecraft на Хайпикселе. Ну что же, поехали. Думаю, что вы наперед поставите лайк за то, что наконец-то снял видео по Майнкрафту, потому что давненько не было роликов по майну. Ну, а теперь уже точно, поехали. Итак, уже скоро начнется игра. Я вообще редко играю Quakecraft, как и другие мини-игры, такие как голодные игры и тому подобное. Просто все дело в том, что как бы не всегда есть время, у меня даже иногда нету времени просто даже записать ролик. Вот. Но так, не буду лишнего болтать, а то уже вот начинается игра. Вот. Печально, что иногда подлагивает, но как бы это меня наибольше бесит. Ну, кто не знает, Quakecraft довольно прикольная игрушка. Здесь нужно стрелять вот такими вот Railgun, по-моему, так это на английском называется. То есть, по сути, это у нас, вот эта мотыга, это как бы у нас оружие, которым мы стреляем. Так, лаги. Вот. Хорошо, красиво. Так, ждем. Что вот сзади только не подкрались никто. Так, вроде нет. Вот, еще здесь можно покупать другие оружия, каменные мотыги и так дальше. И они покруче, потому что перезарядка там меньше секунд. Даже, по-моему, доли секунды в какой-то там железной мотыге. И это очень даже круто. Здесь в деревянном мотыге перезарядка 2 секунды, это довольно много времени, поэтому бесперерывно стрелять из нее нельзя. Вот такие пироги, и это очень даже плохо. Так, оп, да, отлично, слушайте, мне как-то с самого начала начало вести больше, чем всегда, потому что обычно я... всегда очень даже туплю, я бы сказал, и почти ни разу не могу нормально выстрелить, но здесь главное... Ах, попал, зараза. Блин. Так, оп. Блин, вот во всем виноваты лаги, потому что примерно 3 секунды после того, как меня убили, еще у меня лагает, и иногда на поворотах. Вот. Так, кто у нас выиграл... с 7 play. Ну понятно, он что-то типа випа или что это, не знаю. Но я на каком? На 4 месте. То есть почти в топ-тройку чуть ли не попал. Но это вот для меня хороший довольно результат, потому что раньше даже такого не было. Хорошо. Давайте сыграем еще раз. Так. Давайте зайдем куда, например, Library. Библиотека. Давайте опять эту же карту, по-моему, ее я выбрал. Да, довольно неплохая. Вот. На некоторых аренах нужно дождаться, пока будет 6 игроков, на некоторых 8, на некоторых, по-моему, 10. По-разному. Все зависит от как бы размера арены. Вот. Ну что ж, ждем начала игры. Итак, игра уже почти начинается. Так, началось. Хорошо. Я не люблю гулять по открытым местностям, потому что, по сути, логично, здесь будет сейчас много игроков. Опа. Воу. Где там игроки? Блин, вот подстрелил. Зараза. Вау. Давайте подпрыгну. Я видел его. Кто? Блин, вот я не успеваю все время, потому что, опять-таки, я говорил уже, что я редко играю вот этот Quakecraft, но довольно прикольная и забавная игрушка, я бы сказал. Вот, IP-сервера для очень ленивых, кто хочет только скопировать и вставить, ссылка в описании, возможно, кто-то потерял просто случайно IP Хайпикселя. Думаю, он сейчас у каждого есть, у кого... лицензия есть. Вот. Вот такие дела. Так.
Хорошо, не хочу очень отвлекаться от игры. К сожалению, я почти на последнем месте. Нужно что-то с этим делать. Потому что мне уже еще и лаги мешают. Ой-ой-ой. Так. Где-то здесь ник был, вот. Так. Спокойно. Блин, вот лаги на поворотах мне мешают. Блин, походу не попал. Я всего три игрока убил. Пипец просто. Наверное, нужно было брать арену, где 6 игроков, там хотя бы больше вероятность, что я буду хотя бы в топ пятерки или тройки. Я, по-моему, ни разу еще не выигрывал. Не выигрывал, точнее. Он запутался что-то. Вот. Еще аналог этой игры, даже не аналог, а просто-напросто такая же игра есть на Max Mine сервер на пиратке, то есть можно играть на пиратской версии Майнкрафта. Только там иногда лаги пожестче, потому что там очень много игроков, но хотя по сути здесь также довольно-таки много и немало. Ну, на каком я месте? Ну, как сказать? Ну, среди последних, в общем-то говоря. Эх, печально, конечно, это все, но ничего, сыграем еще раз. Вот, зашел на арену, где 7 игроков. Вот. Играл на этой арене много раз. Кстати, насчет Quakecraft, собственно, на которой мы играем. Я уже не раз его играл и однажды хотел записать видео еще летом. У меня до сих пор хранится видеофайл, в котором я записывал Quakecraft, но я его на YouTube не выложил и, наверное, не выложу. Просто, я не знаю, что-то были, по-моему, какие-то проблемы, либо просто передумал, уже не помню по каким причинам, я передумал его заливать на YouTube. Вот. Я заливать его опять-таки не буду, поэтому думаю, что не стоит у меня просить, потому что это было довольно давно, еще летом, у меня даже голос тогда был другим. Вот. Вот такие вот дела. Но я пытался записать еще давно, потому что игрушка вообще как бы немножко даже давняя. О ней знают уже и так многие. Вот. И поэтому это не что-то прям такое новое, что прям айс. Это довольно старая игрушка, но популярности своей она не теряет. И ее до сих пор играют очень-очень много народа. Ну, как видите, по крайней мере. Ну, я, как всегда, последний. Я еще никого не убил, но ничего. Буду учиться. Буду учиться, да. Так, опа. Теперь давайте немножечко экшена. К сожалению, не выиграл, но ничего, сейчас постараемся еще раз. Ну вот, я зашел на другую арену, но она оказалась такая же самая, как была только что до этого. Но ничего, попытаемся сыграть, попытаемся победить. Ну или хотя бы, вот лично моя сейчас цель, это добраться в топ-тройку. Ну хотя бы третьим быть в топ-тройке, как бы победителей. Ну что ж, погнали. Опять не получилось, к сожалению, но я уже старался побольше. Вот, убил 6 игроков, это уже прям прогресс.
Но все равно это не тот результат, которого я хотел, поэтому я хочу сыграть еще одну игру. Что ж, ждем начала игры. Довольно интересная карта и довольно большая. Это, к сожалению, довольно-таки плохо. Но ничего, будет уже, что будет. Вот, но я попытаюсь как-то поиграть красиво, не так, как всегда, как обычно я играю, туплю, нублю и... Ну, как обычно, это же я. Вот, ну что же, уже 8 игроков набралось. Ждем начала игры, меня немножко до сих пор пугает карта, потому что я на ней ни разу не играл. Но, ну да ладно, это не важно. Ничего, со временем привыкну. Ну, и так, сейчас уже будет старт игры. Так, погнали. Что-то здесь медленно хожу. А нет, нормально. Мне просто подлагало. Блин, вот как он так быстро успел меня попасть? Он даже не повернулся на меня тогда. Ну, ладно. Так, ну, пожалуй, давайте добавим немножко музычки. А то что-то скучновато. Ну, опять, видимо, не судьба, но уже прорвались чуть-чуть повыше. Да, но не хватало сколько? Сколько не хватило? Ну, на два места повыше. Ну, ничего, сейчас сыграем последнюю игру. Я ничего обещать не буду. Но все равно давайте поиграем. Давайте я при вас выберу какую-то арену. Даже не знаю. Ну, давайте... эту Диксайт. Я уже как-то к ней немножко даже привык. Буду привыкать еще более, чтобы попасть в топ-тройку. Да. Ну что же, ждем начала игры. Я включусь, когда уже она начнется. Так. 5 секунд к началу игры. Я готовлюсь. Так. Ну, решающая игра, но она, по сути, ничего не решает. Но сейчас увидим, и я попытаюсь улучшить свое мастерство. Эх, блин. Ну просто жесть, я не знаю даже. Давайте уже завершающую игру. Пожалуй, я так подумал, просто как-то хочется немножко повыше подобраться. И все-таки думаю, что за то, что решил я продлить немножко серию, думаю, что вы все-таки влепите мне этот гребаный лайк, пожалуйста. Ну что же, давайте... Даже не знаю просто. Давайте тогда зайдем в Либры и посмотрим, что это за карта. Вот такая вот карта. Ну, так кажется, что она большая, но здесь проходов не особо много. Ну да, не очень-то и много, по сути. Ну, почти не очень много. Ну, вообще немного. Почти. Немного. Ладно, я, пожалуй, подожду начала игры. Хотя даже думаю, что не стоит ждать, потому что, насколько я вижу, уже через 5 секунд начнется игра. Ну, это уже завершающая игра, но я все-таки думаю, что... Ну уж посмотрим, как получится, так и сыграем. Так, побежали.
наверх побежали, сюда побежали. И опа! Теперь опа! Нет, не так, оп, отлично. Нет, не отлично. О, давай, 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 сюда, сюда, оп, отлично. Я на четвертом месте, по-моему. Просто нету времени отвлекаться на... На каком я месте, посмотреть нету времени. Так, меня опередили в списке игроков. Давай, давай, давай. Я не знаю, убил ли я, по-моему, нет. По-моему, кто-то другой. Кто у нас тут-то спрятался? Опа, есть. Есть, я на втором месте сейчас. Но это еще не значит, но я стараюсь. Блин, все время меня кто-то... Блин, ну как так? Вот так вот. Я уже на третьем месте, но ничего, прорвемся. Уже опять на втором, блин, да что ж такое-то? Ух ты, слушайте, мне начинает нравиться. Вот это пошли дела. Вот такой небольшой эпик. Только что небольшой даблкил даже был, по-моему, если я не ошибаюсь. 10 игроков убил, неплохо, неплохо. Так. Опа, ух ты, офигеть, круто, круто. Несмотря на то, что все равно лагает, я как-то уже даже привык. Мне нравится как-то более здесь ходить, вот. Ну что же, я добился результата, которого хотел добиться, и попал на третье место. Ну, это уже для начала неплохо, возможно, буду еще записывать ролики по Квейкрафту. Ну что же, с вами был Джейкоб, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, ждите новых видео. Что же, дорогие друзья, всем удачи, всем пока. Пока-п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 ока-